самого утра Тамара Федоровна спешит на работу, потому что знает, ее уже заждались очень открытые и непосредственные двойняшки Маргарита и Миша. Первое их знакомство состоялось, когда малышам было всего несколько месяцев. Сегодня вместе с бабушкой Томой, а именно так ее называют дети, они делают все. Вместе кушают, вместе играют, вместе знакомятся с миром. Такие умненькие, хорошие. Бывают такие немножко непослушные, естественно. Конечно, большая помощь, когда няня есть, когда-то кто-то помогает, потому что, ну и старшая, конечно, дочка и помогает. Социальная няня стала настоящим помощником для многодетной мамы Оксаны. В семье Суббота, кроме двойняшек Маргариты и Миши, растут еще двое ребят. И каждый должен быть окружен вниманием и заботой. Благодаря поддержке няни Тамары Барташевич у Оксаны Александровны иногда появляется несколько часов для того, чтобы пройтись по магазинам, а иногда и немного отдохнуть от семейных хлопот. Мне надо ребенка завести, и покормить, и погулять, и спать можно уложить, как бы до обеда много очень можно, и мне где-то своих дел решить, и вот с ребятами помочь, это очень хорошо. Няня для малышей стала близким и очень дорогим человеком, практически родственником. И это неудивительно, ведь с детьми брестская Мэри Поппинс проводит большую часть суток. Расставаться с ней не хочется. А об этом периоде Оксана, Николай и Суббота уже задумываются. Через год Маргарите и Мише исполнится 3 года, и они пойдут в детский сад. Однако Тамара Федоровна уверена, друзьями они останутся надолго. В гости к двойняшкам их няня, самая реальная, а не сказочная, обязательно будет приходить. И не только благодаря ветру перемен, а по зову души. Нравится. Привыкла к ним. Очень нравится. Детки хорошие, семья хорошая. Привыкла к деткам. Тяжело, конечно, поначалу и маме было, и мне тоже привыкать. А потом все, привыкла. Они уже как родные для меня. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг ТВ».